товарищ Мельцев на службе зрения России и всех приволжских городов. Да, дотяжка левой. Прием называется дотяжка левой. Значит, надо дернуть левой и после этого нанести левый прямой удар. Да, руку сюда. Пошло. Да, еще. Да. Здесь очень важно на мгновение остановка после дергания. В этот момент реле реакции, как бы выключается, и вы реагируете только на второе движение. И если этой остановки нет, то противник реагирует на все движения с самого начала. То есть я делаю дергаю, потом бью. Ну-ка, пошла. Да.